собираюсь один раз в неделю. Как назло, это день завтра. Так что я заранее прошу прощения. Прошу. Так, действительно беспорядок. Хорошо, что предупредил. Сколько росписей. Ничего себе. Здесь расписывались все, кто переступал порог этого дома. Так. Прошу прощения. Уборка. А это Катина мама? Где? А, это Сьюзи Куатро. Талант не пропьешь. А ты пробовал? Пробовал, не получилось. Пошли. Пошли. Вот такая, такая квартира. Когда я был знаменитым 15 лет назад, мне удалось ее выменить. Я бухнул все деньги в обмен. Ну, поменялся с доплатой. На мебель денег не хватило, но не беда, у меня много друзей. И друзья волокли сюда все подряд, кто что упрет. Поэтому единства стиля не наблюдается. Эта скамейка, например, из парка культуры имени Горького. Вот. Пивной ларек тоже из парка. Хотя я пиво не очень люблю. Стены мне расписал знакомый художник из драматического театра. Но это тоже уже давно. Этот телефонный агрегат Мишка приволок. Жутко тяжелый. Вот. Полгода назад стал делать ремонт. А потом жалко стало. Все это. Перекресток? Перекресток. Thank you.